Третий ролик наш о блинах. О блинах, начиненных грибным фаршем. Или, как ее по-другому назвать? Икрой. Икрой. Грибной икрой. Икра бывает не только красная, черная, бывает еще грибная. Итак, первый блин комом, а второй знакомым. Как там поговорка? Вот не знаю как, сейчас будем пробовать. И первый блин пошел жариться. Для того, чтобы худеть, вы помните, нужно присаживаться на одну сторону 5 раз, на другую 3. Сейчас я ускоряюсь, поэтому не буду этого делать, буду показывать вам. Смотрите, вот это готовое тесто. Вот. Видите, какое? Я вам показывала его. Оно должно быть жиденькое. Не как вода, но вот такое. Я сюда еще налила 2 столовые ложки растительного масла для того, чтобы улучшить его качество и чтобы можно было, не смазывая сковородку, жарить. Это по-разному может быть. Я сковородку смазываю. Чем? Секрет моей мамы. Кусочек сала, украинское сало, самосолила. Свинку не выращиваю. Вот. Я его накалываю на вилочку и смазываю. Сейчас покажу, как это делаю. Вот. Переворачиваем уже блин. И не комом он, а красивый. Сейчас он обжарится. Могу показать. Да красивый, красивый, круглый. А пахнет, мама меня. Я уже есть захотела даже. Не хотела ведь. Начинала блины, ничего есть не хотела. Вот. И вот на такое улыбающееся солнышко мы будем класть блины. Итак, тебе первый блин. Оп. Есть. Есть. Второй. Еще маленький секретик. Я не помню, то ли моя бабушка так делала. Ну, кто-то так делал. Очень причем вкусно. Блинчик обязательно смазывал сливочным маслом. Вот так. Когда хорошее масло, без холестерина, не знаю, есть такое или нет. Ну, можно вот так сделать. Вот, смазал. Его свернула. Вот, кушай, пожалуйста. Я даже ему вот положила. Видите? Так что первый блин солнышко съедает. Второй блин. Ага-га. Второй блин Колечка съедает. Да, обязательно. Третий же мне достанется. Четвертый Виталику. Сейчас Виталий на блины придет. А там еще кто-нибудь придет из друзей. Так что мы горку целую напечем. Вот с этого количества, с литра, получится где-то, ну, около 40 блинов. Вот поэтому рассчитывайте, если вам 40 штук не нужно, вы рассчитывайте, делайте ровно пополам. Вот. Все, готовый, 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 готовый. Ароматный, посмотрите какой. Я сейчас выключаю на несколько секунд. Покажи, как ты его складываешь. Смажу. Я его смазываю вот так вот. Чуть-чуть, сливочным маслечком. И вот так. Складываю. Но это блины уже без кунжута, так же? Это без кунжута. С кунжутом я показывала. Все то же самое, только да, только посыпать. Да. И да. Готовая икра. Вот она готовая. Вот в таком грибная. Виде мама родная раскрутила эту штуку. Да. Вот. Вот она готовая. Сюда можно добавить для любителя чеснока, головочку. Можно что угодно. И вот. Но ее отдельно подавать или можно в блинчики заворачивать? Можно в блинчики заворачивать. Ну, я могу один закрутить прямо на глазах у вас. Хотите? У восторженной публики. Тогда не надо было мне сюда маслом сливочным. Это, знаете, как кашу маслом не испортишь. Можно испортить, конечно. Вот, положила, свернула, еще раз свернула. И вот так вот завернула. Вот, блин готов. Угу. Можно его со сметаной, с любым соусом приготовить какой-то вкусный. Можно с острыми приправами, там, с аджикой, с горчицей, с чем угодно, кто что любит. Вот. А может и просто так. Он великолепен, вкусен. И если вы хотите впрок, не советую ничего готовить впрок. Вот приготовили сегодня, съели, не надо, чтобы на завтра осталось. Но если вы, допустим, готовитесь, а завтра с утра вы на пикник куда-то с этими блинами, к примеру, да, тогда советую, сложите это в противень, в духовочку и буквально на несколько минут в духовочку при 125, чтобы они прожарились
не каждого так обжариваете, чтобы они масло на себя натянули на сковородке, а вот таким вот образом. А у нас блины будут еще плюс с вареньем. Каким? Сегодня идея мне пришла. У меня просто осталась клюква. На капусту насолила капусту с клюквой. И у меня осталась клюква. Я думала, куда же ее деть? Я поставила ее варить варенье. Две баночки такие сделала. Маленькие две баночки. Но были яблоки. Я яблоки сюда. Орешки. Миндальные. И посмотри, Коля, подойди, покажи, какое красивое. Оно шикарное получилось. Это варенье с яблок, с клюквы и с миндалем. Запах, вкус просто божественный. Но еще что. Если сюда, вот у меня мятка, представьте себе, что я перед тем, как ее закрывать, часть мы съедим сейчас, часть баночки разложу. Вот смотрите, я даже кладу сюда вот зелень, вот чуть-чуть. Ее, если консервировать, нужно проварить. А если так уж, можно это, вот листочки. Мне нравится это как букет. Зелень какая? Это мята перечная. Можно лимонную, можно перечную, любую мятку, зелень. И сразу тут все цвета. Вот, радуга на столе просто получается, очень красиво. Вот когда пища красивая, очень хочется ей угощать кого-то. Еще сегодня секретик маленький, да, который я расскажу в следующий раз. А сейчас я вам покажу. Это предстоит еще, скажем, такой приятный-приятный трунф. Вот это. Да, это оливки. Крымские наши. Крымские наши. Собранные, самые хваленые, собранные собственноручно в оливье. Это да, район Ласпи, не доезжая Ласпи. Или вот, там очень много диких олив. Вот. У нее разная степень зрелости, как вы понимаете. Вот. Я ее промыла, потом накалю иголочками. И в 3-литровых банках засыплю почти, ну, может быть, не досыплю в банку где-то там сантиметров 15, да? Засыплю в 3-литровую банку, вот сколько войдет оливок. Здесь где-то на 2-3-литровые банки оливок. И туда же засыплю по пол пачки соли. Значит, по пол килограмма. Вот так буду болтать ее. Вот. Поставлю. Она будет стоять у меня 40 дней. И я все время буду ее так, прохожу мимо этот. Вот. Будут очень вкусные. Они будут как вяленые. Вот я люблю такие маслины. Она сок не отдает, масло здесь остается. Но она такая вот. Но это будет болтать уже, наверное, Виталик. Потому что нас не будет, мы уезжаем в Москву. Виталик будет у нас тут. Мы уедем в Москву, да. Работать будем там. И часть, может быть, баночку 1-литровую я сделаю маринованных. Секрет подарю вам потом. В следующий раз. До встречи. Приятного аппетита. Приятного просмотра. Добро пожаловать к нам.